Привет, ребята! У нас утром, ну, точнее, не утром, уже 10 часов. Вот и наша принцесса. Я хотела вам сказать, что я сидела в кровати, отдыхала, а дочка говорит: мама, там дядя какую-то коробку принес, и она взяла, тащила в дом сама. Вот. Какая огромная. Коробка, но она там возле двери, только внутри, а я потом здесь санрум у нас, ну, типа здесь телевизор смотришь, сидишь, отдыхаешь, ну, здесь дети больше сидят, ну, в их игрушки, ну, мы потом сделаем обзор нашего дома. Сейчас я вам хочу показать коробку, не знаю, откуда она из JustFab сайт. Я здесь заказываю одежду. Это уже третья посылка, третий мой заказ. Там есть и для детей. Там Fab Kids называется для детей. Очень красивые вещи. Нам понравилось. Мы заказали для дочки. И одежда, и обувь очень стильная. А сейчас вот это для меня коробку. Пришла. Сейчас хочу и вам показать, что я заказывала себе. Ну, сейчас. Только здесь в обувь больше. Вот. Купили. Здесь ресит. Вот чек. А, вот тут такие вот в этом сезоне в моде, типа туфли вот так на рюмке, вот да, я не показывала. О, вот Иринка мерит. А это мама, да? А это Иринка маленькая? Да, это для мамы. Для Иринки маленькие. Маленькие, нет, не маленькие, большие Иринка. Ну, а сейчас я мерю, посмотрю, что мне нравится. Здесь они положили еще какую-то скидку на еду. Ага, да, да. Ну, у нас уже дали кто-то такой карт здесь с скидкой. Угу. Ну да, тут у меня вот эта футболка. У меня есть одна белая. Я еще заказывала, потому что... О! Иринка другой обувь мерит. Здесь платье я заказала. В Нью-Йорке у нас есть этот... Какой-то вечеринку мы там пойдем. Этот выходной. Вот я заказала в этой платье. Смотрю. Ой, здесь вот они, в каждый раз, когда я заказываю, здесь вещи, вот они высылали вот такой этот карт, ну, этот скидка на вино. Ты ну, мы там заходили на сайт, и там вот, я уже не помню, сколько бутылок там. Ну, там 160 стоит кейс, я не помню точно, сколько там бутылок, и 160 стоит, 100 вот скидка, и $60 только платишь. Вот будем дарить друзей, потому что столько вином нам не нужно. Иринка там все. А вот еще одна футболка я заказывала здесь с надписью, ихний сайт название. Сейчас я буду открывать. Здесь. И все, остальное. Все, вот. Мама! Окей, Линка. Чаря крой, Линка. Ага. Да. Это все обувь. Я заказала сколько? Раз, два, три, четыре. Четыре обувь. Две футболки и платья. Вот эти тоже. Классный. Вау! А
тренд в этом году в полоске. Мне очень нравится. Окей. Вот и шляпки такие. Окей, мами конкался. Вот. Вау! Классные, они очень модные. Мне нравится. У нас и ковер красный сейчас. И вот так. Филинка там тоже мерит. Мама. Катя, пинь. Тут у нас бардак. С этой распаковкой. Вот я заказала вот эти, чтобы одевать вот в платье. Сейчас я буду открыть платье. Ага, Катя. Я сказала, а ты мама? Мне нравится. Класс! Это новый. Мама. Я там смотрю один блогер, там она как бы... она там рассказывает, какие тренды в этом году. Там обувь, платье, штаны, все. Ну и я вот смотрю, что она там рекомендует, и вот я заказывала. А так я не очень разбираюсь в моде, в тренде там, что и как. Вот. И вот еще и желтый я заказала. Вроде в этом сезоне желтым цвет тоже. В моде. Вот они. Классные. И удобные должны быть. Да, очень удобные. Я только в ним, наверное, буду ходить. Здесь у нас на пляж и вокруг дома. Да, маме нравится. Сейчас я плачу. Вот платье. Но вот такой классный материал, вот мне нравится. Легкий. Ну, видно, что хороший. Потому что он не очень легкий такой вот. Вот так она прозрачная, вот так видно все. Вот здесь на резинке впереди, здесь вот декольте чуть-чуть я взяла, и сзади тоже так чуть-чуть декольте, чтобы мне было удобно кормить дочку. И вот есть еще вот этот внизу под этот под платье, который одеваешь. Но ее можешь просто так одевать, я думаю. А еще вот с этой сверху. Вот здесь прикрепки. Не знаю, как показать. Вот так. Вот с
Принцесса. Принцесса, вы мне кафачи видео не спали. Вот. Ну, я буду давать ее сейчас, потом. Вот и на все я хотела вам показать, что вот на все вещи, вот их название сайта Эмка Мадевкини. Ну, вот так. Вот еще и футболочка. Вот. Белая. Просто. Вот здесь типа вот так. Круглая она внизу. Вот название и сайт. Маден. Гватемала, я не знаю, что это такое. Вот и вторая футболочка белая. У меня есть такая, но просто здесь не вот так треугольная, а круглый вот такой декольте на нее. Здесь просто вот так. Хотел вам сказать, что размер у них классный, точь в точь, не как у нас там в Европе, не как там, вот, например, там вызываешь М-ка, она тебя маленькая, или там Л-ка тоже маленькая, или наоборот большая. Мне нравится вот размер у них, точь. Вот что я вам хотела пока показать. Вот у нас Илинка, как всегда, она все коробки влезет. Вот что я вам хотела показать. Чуть попозже, наверное, я выйду с девочки гулять. Мы уже одевались, сейчас скоро будем пойти гулять. Вот тут я шпинат поставила. Лайм или лимон, если есть, кусочек имбирь, ананас и манго. И вот уже кия семена и ленивый, как называется эти, флакс семена по-русски. Я не знаю, как по-русски не называется. И я все вот поставлю в блендер и сделаю коктейль. И потом будем ехать на улице гулять. Буду снимать чуть-чуть на улице, показать вам, что и как. Мы на улице. Вот мой коктейльчик. Мы пьем. Мои девочки. Да, колонори. Копаку. У нас тут сзади дома. Сейчас я вам покажу чуть-чуть дом. Вот так поснимаю чуть-чуть. Там второй этаж. Здесь санрум, который утром говорила вам. Тут цветочки у нас. Так, это сзади дома. Получается, там соседи. Впереди чуть-чуть. Илинка. Здесь у многих есть солнечные батареи на крыше дома. Вот как у нас тут все выглядит, как будто в лесу. В лесу очень много зелени. Дома почти летом не видно из дерева там. Ой, ветерок у нас. Собирает. Спасибо.
природа. Тут есть такие деревья, они цветы, все там такой красивый цвет, сиреневый, розовый, что-то вот так, микс там. Тут погода такая, нам не очень жарко, не очень холодно. Так, всегда нормальная погода здесь. Ну, зимой, да, здесь холодно. Но летом так, не очень жарко, не очень холодно. Так. Вот тут катерок. Здесь очень красивый дом, мне нравится. Вот скамейка здесь классная, как у нас. Вот и наш образ, вот, который обувь я заказала. Сегодня приехали. Мама. Иленька. На, это будет тот. Тимеса, спасибо. Ну все, много я не смогу снимать. Мне тяжело с коляской. Ой. Все, пока. Увижу что-то интересное, посниму. Если нет, нет. Пока-пока.